В программу с дипломом в АУЛ внесены изменения. Согласно новым правилам, молодому специалисту не разрешается на выделенные по госпрограмме денежные средства покупать жилье у близких родственников. Также будет запрашиваться кредитная история участников программы. Молодые люди, имеющие задолженность, к участию в программе допускаться не будут. В прошлом году в программе с дипломом в АУЛ приняли участие 422 молодых специалиста сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, спорта и другие. На их поддержку было выделено более 73 миллионов тенге. Каждому выделены на подъемные по 100 МРП. 503 молодых специалиста получили по льготным процентам кредиты на покупку и строительство жилья. В 2020 году прибывшие в АУЛы по программе 378 молодых специалистов получили подъемные в общей сумме 103 миллионов тенге. 549 специалистов – 2 миллиарда 252 миллиона тенге на покупку или строительство жилья по льготному кредитованию. Однако участники программы не могут приобретать жилье у близких родственников, супруга или жены, у родителей, у усыновителей, у братьев и сестер, бабушек и дедушек.